Государство не профинансировало бесплатную вакцинацию взрослых от кори. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения. Министерство здравоохранения на этой неделе выделило на детей Одесской области 25 тысяч доз вакцин. Специалисты настаивают, что если в семье хоть кто-то заболел корью, все родственники должны привиться в течение 72 часов. Взрослые могут купить вакцину в аптеках. Государство не выделило средства на вакцинацию. Значит, мы написали запрос, значит, потому что это государственные субвенции. Мы написали запрос в облздрав с просьбой, чтобы нам выделили средства для проведения вакцинации взрослого населения. Пока, значит, положительного ответа нет. Значит, а потому что они запрашивают министерство. Значит, если они нам будут отказывать, мы будем принимать решение. Но мы не имеем права проводить двойное финансирование по бюджетному кодексу. Что касается нехватки семейных врачей, в Одессе остается еще около 20% специалистов, у которых есть свободные места для подписания деклараций. По словам Елены Якименко, в случае нехватки врачей горздрав планирует открыть дополнительные вакансии для сотрудников первичной медицины.